Так, всем привет. Андрюха, улыбайся. Это Андрюха. Привет. Приехал ко мне с Нью-Йорка. Мы сейчас на Гранд Каньоне. В прошлый раз я тут был, но это место мы пропустили. Тут типа это визитор-центр, короче, все для туристов. И плюс должна быть какая-то смотровая площадка тоже, которую я тоже пропустил. Или налево пойдем, или? Там пошли сюда налево. Да? 5 минут, окей, пошли на Гранд Каньон. Идем на самом, то есть, по баксу. Короче, в этот раз получилось заехать вообще сюда бесплатно. Хотя ценник $35 на эту часть каньона. Какой-то дядя сидел, стоял там, что-то рассказывал. Что типа, если на один день, то можете идти бесплатно. Даже инструкцию выдал. Бесплатно. Да. Так. Тяжеловато как-то идти. Ничего. Или это может из-за того, что за рулем столько ехал. Так, сейчас ставлю на паузу. Входим. Возобновляем трансляцию. Вот вроде первая смотровая площадка. Прыгать будешь сегодня? Сегодня, думаю, попробую, да. Но ты делай так, чтобы никто не заметил. Вау. Вау, вау, вау. Правда, я здесь не скоро был. Сообщу, там как вообще прыжок получился. Блин. Я уже вижу вдали, что виды офигительные. Охренеть. Такой широкий, это невозможно сфотографировать. Блин. Надо и туда тоже сходить, видишь, он направо. Охренеть. Вау. Смотрим и там, и справа, да. И слева. Блин, ну что, как офигенно, а? Как-то, знаешь, тупо, да, горизонт прямой, да. И там такие узоры. Да. Фотографии не припоминаю, что такое видел. Я видел подковы, да, я знаю, как оно выглядит. Ну что, пойдем дальше? Мы еще туда потом, да? Да, да, да. Там и кругаля сделаем. Сниму. Давай, снимай. Снимает Андрюха, конечно, телефон просто пиздец шикарный. Не ругайся. Запрещенный контент. А, ты же снимаешь? Да. Да, да. Хочешь отсюда сфоткаться? Я думаю, что будет хорошо смотреть. Да и снимать будет хорошо даже отсюда. Угу. Не знаю. Там люди куда-то туда. А эта дорожка, она будет идти вдоль каньона. А, ну но мы... лучше сесть на машину и поехать. Мы, наверное, туда немножко сходим и потом... Да, да, да. Как бы, я думаю, это главное, это потому что все-таки забор. Нет, таких точек будет много. До хера, да? Просто это как бы начальное, еще будет типа конечное. Но как сказать, подкова, она просто более такая типа, ну, там плюс вода еще, да, и там воды нет. Есть там вода. Ну что, пойдем налево? Пойдем, да, туда не пойдем направо, что ли, налево сходим. Так, приближаемся, я снимаю очередной смотровой площадки.
потом не взяли там, видишь? Да, да. Вот в день я не полечу, короче. Андроид. Там еще вон и дальше есть, но, наверное, туда не пойдем. Большой сильно. Да. Я думаю, что отчаянно туда ходили какие-нибудь ребята. Но не все возвращались. О, смотри. Вниз там надо смотреть. Даль смотришь как-то фотка, она что-то она да. Иди сюда. Вон видишь щель, тут вот река течет. А, ну да, ну смотри, как это высоко. Да, маленькая кусочка. Да. Она же раньше была большая река, ну, как говорит там, история вся. А вон смотри, вон, ребятки, смотри, слева. Рискует ради фоточек инстаграмных. Так, пытаюсь найти реку на телефон, но тяжелое что-то. Он видит, телефон не захватывает. Ты все видишь, ну, дымка слегка стоит на фоне. А, вот. Вот, да, вот это. Похоже на реку. Вот еще один. Вид другого ракурса. А там в конце, там, получается, вот здесь видно кусочек реки. Ну, высота очень, очень высоко. Я думаю, что даже здесь побольше километра будет. Мне так кажется. Ты видеоблогер, что ли? Ну, я чуть-чуть снимаю. А там люди вот рискуют жизнь ради инстаграмных фоточек. Ну что, пошли вперед. Пойдем, пойдем все вперед, пофоткаться. Народу много. Не так много. Это так, для себя, для себя. Для себя. Ну, для... Одно из чудес света можно поставить галочку. Птички летают. Ну, наверное, орлы нет. Да, да. Орлы летают. Да, yeah, здесь надо по-любому шелкнуть. Попробуем. Мы сейчас на этом. Окей. Интересно, если эти тропы. Да, два небритых алкоголика. Сейчас немножко народ это. Мы сфоткаемся с тобой. Закрепим и поедем. Да, сейчас досниму этот участок, чтобы не создавать отдельное видео. Да? Красота? Да. Впечатляет, да? Ну, живем. Все потом. Здесь камушки не мешают. Я думаю, народ туда некоторые лагерят. Так. Очередное место просмотра Гранд Каньона. Хочешь сесть так, так же? Ну, сядь так же. Вон, смотри, орлы летают. Не знаю, камера ловит что-нибудь. Ну, вот я вот здесь вот сяду на первый. Давай. А сейчас поснимаю.
Вы, по-моему, там штука. Нет, тут глубоко, на самом деле. Это обрыв, да? Ну тут обрыв, да. Помнишь, как он снимается? Тоже так будешь? Мне внушает какое-то доверие, чтобы вот поближе подойти. Ну давай, попробуем. Че, блогер? Меня фоткаешь? А вот не так будет фоткать. С отсюда? Да, с отсюда будет клево. Интересно, ну вообще, вот смотри, вот эти вот все вот. Тут даже кто-то, ну, вылежены какие-то люди, которые поднимаются, куда-то ходят, бывают. Все может быть. Очередная смотровая площадка на каньон. Это ветрено немного, на самом деле очень даже комфортно в плане температуры. Фоткался? Давай на твою палку. На палку? Маячком. Ты просто подальше сделай. Да? Хорошо. Инстаграмщичек, запиши видосичек. Все, последняя точка на Гранд Каньоне. И мы едем домой. Точнее, мы едем на... Куда мы едем? Мы едем на Подкову. Подкову, да. В город Пейдж. Так, тут должен быть самый крутой вид. Ну, точнее, да. Он со всех сторон. Справа, слева, спереди. В прошлый раз меня тут накрыла буря. Пришлось. А ты говоришь, лестница здесь какая-то. А вот вон туда люди спускаются справа. Нифига себе. Там есть лестница, и можно спуститься вниз. Чудо света. Несомненно. Ну, 5 баллов, да? Пятерочка. О. Go ahead. Все, нас вниз. А, он там даже его. Да. Прыгать будешь сегодня? Не. В этот раз, я думал. В этот раз. Да. А тут не так высоко, я думал, есть как прыгнуть. Ну, не будем спускаться. Спускаться не будем.
Navajo had a lot of problems with 100 degrees in San Luis. Yeah, and a lot of their monuments and access points are closed. So you might want to go online. Check out. Well, if you just check out Monument Valley, then you'll be able to see. Because there's a lot of. Who's running? It is closed. You can see it from the road, but not Еще есть подход с другой стороны, но туда, там закрыт проезд, я смотрел, нам вообще это достаточно. Или ты хочешь съездить? Не, подкопаем, давай уже, время. Ой, да. Боже, я не знаю. Так время час. Час. Нам еще до подковы минимум ехать час. До подковы ехать минимум час. И обратно от подковы до дома 4 часа. То есть где-то часам к 6 только домой приедем. Сейчас тут немножко побудем и поедем. Минут 5. Тут нас с Игоряном накрыло в прошлый раз. Ну туда, я думаю, она же не за самого низа, правильно? Ну, я не знаю. Да, там такое, это да, туда он идет. Знаешь, красиво, но немножко, мне кажется, вот вода бы она, вот эта подкова, она как бы почему такая вода, да, она дает цвет. Сейчас будет тебе цвет. Не полезешь на эту свечку? Я думаю, в этот раз, наверное, нет. Не выпил. А вот смотри, там спуск идет слева. И там, я думаю, Андрюха народ пускается. Я воздержусь. Сегодня не будешь, да? Я потому что я не такой. Смелый. Резкий. А не, можно, но ради фотки. Можно уже говорить. Можно поматериться. Мы сегодня даже встретили земляков из Беларуси. Только не из Вамеля. Так. Сюда немного пройдем, пару минут и все, и пошли. Я выставляю одну-две. Ты выставляешь одну-две тут? Только одну-две. Больше все. Как больше, но... Все, для твоего инстаграма не надо. Ну, в принципе, тоже особо. Спасибо, хорошо. Хорошо. Ну, спасибо, хорошо. Положите. Ну, туда, в Гран Каньон. Да, это надо смотреть. Это даже... То, что мы видим глазами... Ни одна так. Камера не передаст. Так что все это ради этого-то и люди путешествуют. Чтобы смотреть это все. Андрюх, смотри. Да. Вот эти полосы на скалах. Ну, вопрос, да, ледника. Вот вопрос, смотри, полосы, вот слева. Угу. Все-таки я думаю, здесь была вода однозначно. Да. Потому что только вода такое, ну, формально, ну, она, если не ошибаюсь, да, она вытащит. Я не знаю. Ты думаешь, так можно сделать? Кто знает, может лед. Не видел, не слышал. Может и лед. Красота. Ох, блин. Как-то только тянул. Ну что, сегодня прыгать будем? В этот раз. Класс. Подкова, там хоть вода есть. Подкова. Там не глубоко. Ну, распускай.
Попадаются какие-то участки, конечно. Так, сейчас попробую сюда заскочить. Думаю, что оно и не надо. Что камень не пойдет-то вниз-то. Главное, смотри вперед, а не на палку. Да, ничего. То есть как, ну, не то что достижение в Америке, а как одно то, что увидел, да, уже можно как бы внести в свой в историю жизни. Да, носи. Носи, носи. Фоткаешь это? Нет. А кто мне будет фото, это кому? Так, все.